Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру «Зло внутри», вторая часть. И находимся мы сейчас в сети «Производственные помещения». Нам нужно с вами вот сюда идти, называется «На охоте», выход D5. Интересно. Так, это у нас зеркало, оно нам не нужно. По-моему, сюда, да, если я не ошибаюсь. Пройдите через сеть и ищите выход D5. D5. Ну, давайте сюда с вами пробежимся и глянем. Кажется, что мы здесь были, хотя одна дверь еще там не открыта у нас. Впереди. Здесь нам спуститься не получится. Исследовать. Здесь тоже все постепенно рушится. Не знаю, как долго тут все продержится. Угу. Но спуститься мы все-таки не можем здесь. Так, вот я вижу красные двери здесь и красные там. Каких мы были, в каких не были, я уже и не помню. Эксит. Тут тупик. Сюда нам не пройти. Ну, посмотрим тогда в этих дверях, что открыть. Что-то я совсем запамятовал и не могу понять. О, да это мы, по-моему, назад идем с вами. Я даже не могу понять, как нам вот сюда-то выйти. Так, давайте, наверное, с вами вернемся, скорее всего, обратно. И попробуем зайти вот в тот маленький коридорчик, который у нас закрыт. Как раз вроде бы мы туда и бежим. Так, это наше убежище здесь. Китаянка наша сидит здесь, за пультом. Может, с ней поговорить можно, а? Что ты подорвалась сразу же? Кстати. А ничего у нее новенького узнать мы не можем. А вот, кстати, выход D5. Чё это? Да. Погнали, короче. Что у нас тут находится? Ага. Дымный порох. И вот у нас компьютер. Значит, нам нужно отправляться. Поехали. Через сеть. А куда нам мы должны идти-то? Я уже забыл даже. Ладно, сейчас загрузится. Вот сюда. Это у нас получается... Ага, в Юнион мы с вами отправляемся. На почту. Вот оно даже как. А, здесь у нас что? Порох и патроны. Для арбалета у нас стрелы. Особые детали оружия получили. Ну что, выходим тогда. Оу, здесь у нас радиочастота. Хорошо бы попасть на склад рядом с убежищем. Черт, я не чувствую руки. Эта дрянь чуть не оторвала мне руку. Из этой пуколки ее не уложить. Нужно что-то покруче. Хорошо бы попасть на склад рядом с убежищем. Но ключ у Стивенс. Она вернется с ключом и БТРом. Мне нужно просто дождаться. Я так устал. Отдохну здесь и подожду Стивенс. Обрывки воспоминаний 9 из 24. В общем, мужичок прилег здесь дождаться, так и не дождался. Отдуплился одним словом. Но намек понят был. Нужно нам найти склад оружия. Ну здесь мы были. Так, может, сохранимся на всякий случай. Ну а теперь сматываемся отсюда. На улицу нам нужно выйти. Это в первую очередь. А вот и выход. Отлично. Хорошо. Театр. Я иду за тобой.
Театр, да, значит? Осмотрите театр. У нас задание следующее. И это вот сюда. Ну, я думаю, что проще простого. Что у нас тут лежит? Бутылка, что ли, очередная? Оу. Чувырла стоит здесь, которая кричит. Мы ее трогать не будем, ребята. Пойдемте до театра. Пробежимся. Тихо, 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 родной, ты что тут делаешь, а? Надо ему голову снести на... Ать, немножко не удалось. Все, тихо. Ну, шуму мы здесь натворили, дай боже. Ну, как видите, никто к нам не бежит, не идет, так что пронесло. Театр 43 метра до него осталось. Что у нас тут хорошенького? Да, кстати, давайте проверим этот автомат. Может быть, что даст нам? Ну, ударь ты его! Вот, видите, о чем я и говорил. Гель. Плюс 300. Да еще геля. Нет, он дал нам запал. А ну-ка еще разок. Все, закончились припасы. Поехали далее. Тут вроде бы тихо все у нас. Ничего такого нету подозрительного. Куча трупов там лежит, конечно, но это ладно. Здравствуйте, приехали. Вход закрыт какими-то картинами на колючей проволоке. На черта здесь это понавешено. Проклятие. Лили внутри. Так, это что такое? Ты не оценил представление моей прекрасной обскуры. Может быть, это тебе понравится больше. Слушай. Нет, помогите мне. Мой главный шедевр еще не закончен. Но ты не достоин того, чтобы увидеть его, пока не научишься ценить мое искусство. Слушай. Слушай эти вопли. Эхо моих трудов. Ценить искусство, да? Пора проверить теорию Хоффман. Сохранение. Глава 7. Жажда искусства. Так, где? Я не могу ничего засечь. С помощью коммуникатора найдите творение Стефана и уничтожьте их. Интересно, а как мне попасть туда? В театр сам. Р засечь. Ни хрена тут нет, по-моему. Давайте цветочек заберем. Будем лекарство потом делать. Ой, что такое? Что произошло? О! Твое любимое занятие, Себас. Шнырять по помойкам. Ух ты, елки-палки, смотрите. Их же только что здесь не было. Черт подери. Ну что ж, придется разбираться. Картины так и висят. Появились зомбари. А ну-ка. Так, у меня вот гарпун. Давайте приступим к уничтожению. Главное, что тихо и без шума. Что, что вы там потеряли, а? Опа, двоих что ли? Да. Одним гарпуном двоих, вот это хорошо. Ну, а с этими, наверное, можно и так уже разобраться. Кстати, можно вот сюда вот зайти, в правую сторону. Ну, красавица, иди сюда. Да-да-да-да-да. Докричалась. Так, вот они выбежали с шавки. Давайте, идите сюда, ребята. Сейчас я с вами развлекусь, малька. Вот так.
Ох ты, ничего себе, он топорик еще бросает, гад. Откуда ты, из срак его там достал, что ли, второй там? Готов. Давайте заберем здесь всю эту гельку. Ну, я смотрю, там еще и порох у нас лежит. Так, топорик нам нужно подобрать. Обязательно. Так, красота. Что это за фигня такая? Что это за звуки вечные, блин, какие-то. Кто-то рычит. Не пойму. Ух ты, смотрите-ка. Еще одна барышня здесь у нас. Сейчас мы ее накумарим. Ну давай, 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 реагируй. Да-да-да-да-да, я здесь. Кто-то еще смотрит. А, вот она. Мы ее не добили, малька, видимо. Теперь уже все, крышка. Самое главное здесь для нас гель. За счет него мы сможем улучшать свои навыки. Дают, правда, маленько всего лишь. Ну, чем больше убиваем зомбарей, тем больше у нас геля. Так, вот эти ящики мы с вами покромсаем. Здесь, как видите, у нас детали для оружия. Ага, и дымный порох. Все отлично. Как-то маловато у меня оружия. Вот еще в самом начале игры я не подобрал снайперскую винтовку. Ну, как-то пока без нее справляюсь. Давайте в автобус зайдем. Что тут у нас? Да ничего нету, абсолютно пустой. Один трупешник только валяется. Да кто ж так рычит-то, а? Ох ты, радиоволна. Точка резонанса. Да ладно тебе. Черт. Ёп, красоты. Минус башка. Сколько у нее голов там, а? Так, ладно, ребят, мне когда нам тут тютюкаться надо, от нее убегать, ну и, соответственно, и колбасить. Ох ты, машет она своей циркуляркой. Так, давай, давай, Сивас. Гадина, блин. Юлит. Да давай ты, ну что ты тупишь, блин. Так, еще минус голова. Так, здесь, блин, задевает что ли? Оп. Перезарядка, блин. И всего 4 патрона осталось. Здорово просто. Ну давай, улыбнись, уродина. Сколько голов-то у нее там? Да хера, по-моему, еще, если честно. Оу, оу, оу. Фак, срочно, срочно лечиться надо. Пока мы тут кони не двинули. Что-то довольно мало нам подкрепило здоровье. Так, давай, 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 иди сюда. А бежит, нет? Ох ты, да она и запрыгивает еще на тачке. Да, это усложняет мне весь бой. Ну что ты, что ты, что ты? Скинула с тачки меня, тварина. Патронов практически нет вообще. Один патрон из дробовика. И то перезарядиться надо. Да отвяжись ты от меня, тварь, а! Достало уже. Это не вообще можно убежать? Спрятаться куда-нибудь там, а? Дай-ка я вот сюда встану. Пускай подойдет сейчас. Табло и шмальну. Ну конечно, шмальнешь тут ей. Даже не дает перезарядить мне дробовик. Фак. Опять критическое состояние. Да перезаряжай ты его, а, Себас, ё-моё, блин. Блин, опять сбила, тварь, ну.
Я сейчас все аптечки здесь потрачу, все шприцы и все. Больше я здесь ничего сделать не смогу. Да-да-да, конечно. Топориком ты машешь. Толку-то от этого топора сейчас, блин, а? Давай сюда. Слушай, она задолбала меня сбивать. Все, короче, ребят, по-моему, здесь мы с вами и поляжем. Попробуем смыться от нее. Получится? Нет, я не знаю. Так, хорошо, что мы этих чувачков здесь зачистили. Так бы пришлось еще с ними тут воевать. Ну что, она отошла, нет, от меня? Пока видит тварь. И бежит. Да. Похоже, не получится у нас от нее спрятаться. Нет патронов. Патронов нету, блин, все закончилось. Вообще замечательно. Чмо, а? Ты посмотри, что делает. Ну давай, 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 Себас, ну... Куда ты стреляешь-то? Надо было в лицо, а не в кусок мяса, блин. Ну ты дурень, а? Ну ты дурдила просто какое-то картоновое, а? Я тебя по-другому не назвать не могу просто. Оу, щит! Получили плюшку, блин. Сколько же в тебе стрелять, падла, а? Сколько у тебя голов еще? Одна, две, три, сзади там еще целая куча. Но я думаю, заднюю голову не надо отсекать. Блин, туда нам тоже бежать не резон. Там стоит эта кикимора призывающая. Фак, а? Вот называется попали. Почитали, резонанс. А с какого лешего-то? Что произошло-то? Не понял я юморка. Да что за хрень-то? Твою дивизию, блин, да куда ж тут можно спрятаться-то? Зайти в каком-нибудь здание, в конце концов, а? Может быть, здесь? Так, тут у нас автоматы. Все, дыхалка кончилась, еле идем. Теперь прыгай. Так, вот, может быть, в этот дом спрятаться? Там растение стоит, значит, мы, наверное, здесь не были еще. Это что у нас? А, не, погоди, а где мы-то находимся? Что-то я не пойму. Мы идем вроде бы как к убежищу. Стоит, стоит, смотри. Все, видит меня? Опять секет. Давайте попробуем, наверное, ей в табло выстрелить. Вот уродина. Когда ты ржать-то перестанешь, а? Оу, ребят, совсем плохи дела. Жизни мало, подлечиться нечем. Короче, фигня полная. Гидрант. Открыть. Зачем мне его сейчас открывать? Ой-ой-ой-ой-ой. Все, сейчас ударит еще разок. И кранты мне. Куда тут, блин? Даже я не знаю, куда можно спрятаться. Дымная, дымная. Ага, может быть... Все, отлично. Дым. Может быть, сейчас получится смыться от нее, а? Все равно нас не видит. На что дымные эти вот ракеты придуманы? Для того, чтобы смыться по-тихому. Она нас теряет, смотрите, ребят. Теряет нас из виду. Слушайте, мне только остается вот здесь вот сидеть и ждать. Вдруг она куда-нибудь уйдет. Ржет опять там, сволочь. Блин, а куда мне нужно идти? Я этого ума не приложу. С помощью коммуникатора найдите творение Стефана и уничтожьте их. И два убежища у нас всего дается. Побежим сюда. Я надеюсь, там мы сможем патронов наклепать, ну и улучшить себе оружие. Практически вообще ничего нету. Никаких запасов. Так, электрический. Электрический болт, дымовой болт. Все, больше ничего нету. Пистолет пустой. Вообще никаких шприцов, ни аптечек у нас уже нету. Один патрон в дробовике. И все, ребята. Обалденный у нас с вами арсенал. Где эта тварь? Ага, вон она ходит. Главное, чтобы она нас опять не заметила.
будем стараться оббегать это все дело. А тут еще кто ползет, а? Твою дивизию, блин. Ай, вот этого не хватало только мне. Готов? Нет, по-моему, не готов ни хера. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, получи, гнида. Как его добить-то нельзя? Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, можно будет раздавить, но нифига. Ладно, валим тогда отсюда. Запрыгивай. Здесь у нас абсолютно ничего тоже нету. Все давно собрано. Хотя нет, детали для оружия. Так, здесь мы спрыгнем. И куда мы с вами попадаем? Тупик. Вот, вот здесь можно выйти, ребят. Так и сделаем. Потихоньку. Главное, чтобы никто нас больше не увидел. Так, там Кикимора у нас стоит. Черт, мне неохота туда бежать. Но, по всей видимости, придется. Вот у нас убежище. Там, если мы побежим, там через город. Здесь через лес, через кусты. Так что будет выгоднее нам вот сюда рвануть. Побежали потихоньку. Подождите, кто-то меня здесь слышит. Но пока не видит, и это хорошо. Давай, давай, Себас, потихонечку, без лишнего шума. Кто тут еще орет, а? Так, это там заскулило. У меня что, только электроболт? Ну, еще есть дымовые. Ну, будем надеяться, что она меня не увидит. Так, тихонько, тихонько, Себастьянчик. Давай как-нибудь вот так. Блин. Все-таки, наверное, пропалит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, бежит. Вот так вот. Ой, я еще и промахнулся, блин. Хреново, хреново, ребята, дела хреново очень. Все, по-моему, пришел наш конец. Ёлки-палки. Че вытворяет? Ты посмотри, дайте мне добежать, блин, тут осталось совсем ничего. Сгиньте, твари, все. Давай, 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 Сипа, забегай ты нафиг, ну быстрее. Отлично. На волоске от гибели мы были, ребята, с вами, но каким-то чудом все-таки вырвались. Вот оно, наше убежище, и первым делом нам нужно с вами... Так вот, гарпун здесь, тут же шприц, это хорошо. Кофе. Вот, горячий кофе нас сейчас полностью восстановит, мы будем с вами как новенькие. И, если честно, мне и самому хочется выпить стаканчик горячего кофе. Но пока не будем, все-таки играем. Вот, все, хпшки у нас полностью восстановлены. И давай... Ага, здесь у нас еще и зеркало есть, замечательно. Наверное, мы с вами туда и отправимся, потому что нужно нам до верстака добраться. Сделать патронов себе, ну и, может быть, даже выучить новые навыки. Так, отлично. Создание предметов, ну конечно же. Так, патроны для дробовика. 7 штук. И давайте, наверное, сделаем себе шприцов. Мне что, всего на один... А, нет, все нормально. 3. И даже аптечку можем сделать. Вот. Так, электроболты. Дымовые. И гарпунный болт. 2 штуки можем только сделать. Ладно. Так, пистолетные патроны. Надо по максимуму их делать. 32 штуки. Все. Здесь мы больше ничего сделать не можем. Погодите-ка, мне нужно было еще этот. Улучшение оружия. Сколько у нас? 240 деталей. И на что же нам, интересно, хватит-то, а? Мы можем сделать скорость перемещения. А стоит ли оно того? Так, 120 деталей требует. Так, давайте-ка посмотрим кое-что другое. Скорострельность. Мы можем ее повысить. Так, сюда нужно особые детали. Ясно. Так, огневая мощь идет у нас следующим. Соточка. Нормуль.
Так, и 60 очков у нас всего осталось. Что мы можем сделать с ними? Так, сюда не прокатит. В принципе, сюда вот можно было бы. И... А здесь никак. 140. Ладно, пока очков у нас нету, мы не будем здесь ничего больше улучшать. Накопим, в следующий раз сюда заявимся и сделаем. А пойдемте теперь садиться на кресло и улучшать наши навыки. Сколько у нас? 10 тысяч геля. Хорошо. Так. Я могу вам чем-то помочь, детектив? Конечно, можешь. Так, у нас по шкафчикам там, по-моему, пусто, да, все? Ага. Но мы уже сделали патроны себе, так что здесь мы ничего не сможем взять. Просто-напросто. Но зато у нас есть ключи. Два ключа от шкафчика. Смотрим. Гель. 3000. Довольно хорошо. И еще 5000. Ух, ребята. Ну что ж, давайте учить навыки тогда. Вот... Начинаю теряться сразу же. Что нам нужно выучить? По идее, не помешала бы живучесть. Но хочется почему-то бой. Так, давайте откроем. И сколько у нас потребуется для следующего? 75 тысяч! Концентрация! Да вы издеваетесь, что ли? Обалдеть просто. 6 тысяч. Так, здесь тоже надо тратить. Драчун. Так, давайте вот это, наверное, с вами изучим. Так, град пуль. 20 тысяч уже нужно. Стреляет. Ага, понятно. Ладно, хорошо. Давайте тогда вот здесь с вами глянем. Восстановление. Больше здоровья, конечно же, при применении медицинских средств. Обязательно. Да, быстро мы с вами потратили очки. Так. Не хватит, даже если я открою. Но открывать все равно придется. Так, здесь нужно 7000. У нас не хватает 150 очков. Ладно, будем быстрое восстановление с вами изучать. И тоже 8000 надо. Хрень полная, блин. Думал, столько много очков. На все хватит. Ага, значит, только остается нам... По здоровью что у нас? Все, вот теперь точно. Конечная точка сделана. Очков у нас больше нету, геля у нас нету. Можно выходить. Нам сейчас все равно придется выходить из этого здания. Там у нас поджидает, наверное, куча зомбарей, которых призвала крикунья эта сраная. Мне нужно поменять для гарпуна снаряд. Блин, я забыл, как делается-то это. А, вот. Что, у меня только электро... А, нет, все нормально. Так, поменял местами. Ну, я совсем не это хотел, конечно. Так. 4 патрончика и 3 в запасе. Маловато, конечно, но, тем не менее, ничего не поделаешь. Давайте сохранимся по-быренькому. Потому что вдруг мы сейчас выйдем, а там на нас куча уродов всяких нападет. И захоркает нас моментально. Мы хотя бы начнем с сохранения. Выбегаем. Почта. Да какая уж там, блин, почта, а? Нам нужно найти произведение искусства Стефано и их уничтожить. Ну, это нам придется делать по радиочастоте. Как я вот не могу понять, как мы это будем обнаруживать. Ну что, выходим, ребята. Ой, гады сейчас, наверное, тут. Так, куда? Куда ты там побежала, а? Хромоногая. Стой тогда там нафиг. Так, с помощью коммуникатора обнаружьте. Ну как обнаружить-то творения эти? Побежать сюда, что ли, к этому убежищу, а? По крайней мере, сейчас у нас есть патроны. Боеприпасы и все так далее и тому подобное. Так, резонанс опять где-то.
Но почему-то не... А, вот, засечь. Творение Стефана. Загружено. Ну-ка, где это у нас тут находится? Ох, ё-моё, жажда искусства. Вот сюда нам, ребятушки, нужно бежать. Соточка метров. Ну что же, рванем тогда. Лишь бы на эту кикимору не нарваться. Пока чисто. Ох, ядрить тебя на корень. Старуха здесь. Так, уже чует. Так, ладно. Бежит, что ли? Нет, нет, показалось. Так вот мы сейчас ей. Ну что, корга, распишись. О, как раз она сейчас пока в думках будет. Не понял. Я ей должен был попасть прямо в срандель. Ох, хорошо как. Но не убил сразу же. Так, 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 смотри, смотри. Вот эти ее психи сейчас будут. Идет такая медленно, медленно. И сейчас ломанется, блин. Я знаю, что ты побежишь на меня. Вот, 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 начинает дурковать. Но почему-то, кстати, не побежала. Гель, отдавай сюда. И что-то у нас еще тут. Ага, вот. Трубка и порох. Замечательно просто. А там у нас детали для оружия лежат. Заберем, конечно же. И гвозди, что ли? По-моему, да. Так, отлично. Ну что же, надо нам дальше как-то с вами идти. У кого-то проблемы. Так, это он намекает на нас, что ли? У нас проблемы? Ух ты, смотрите, что это они, куда ломанулись-то там все? Так, Себас, давай-ка мы здесь с тобой оббежим. И... Так, а тут тупик. И впереди, по-моему, статуэтка. Давайте-ка сбегаем, возьмем ключик с нее. Отдавай. Так, ладно. Восьмой ключик из 32. Нам как туда попасть-то, а? Опять оббегать надо? Странно как-то, интересно, блин. Туда нам не пройти. Тут все закрыто этими решетками. Угу. Фигня получается. Ну, я смотрю, между домами-то как бы есть промежутки. Значит, должен я как-то пройти. Значит, давайте отсюда вообще выбегать. Вот. Блин, а тут же, по-моему, эта дура ходит, а? Мы же ее так и не добили. Ладно, потихонечку как-нибудь. Ёпарас, это что такое? Ах ты! Это вот эта вот херня. Ага, понятно, ребята, что значит. Вот эта фигня нас тоже убивает, если мы к ней прикасаемся. Так, здесь огонь горит, нам туда не пройти. Интересно, чем мы можем потушить огонь? А если я вот так сделаю? Запрыгну, нет? Нифига. Может быть, пробежать? Я боюсь, сгорю. Вот фигня какая. Ладно. Кто-то меня видит.
Так, что ты, Себа, оборачиваешься? Ага, вон они, твари. И здесь их куча. Оу, тихо, тихо, ребята, смотрите. Так, погоди-ка, кто-то стреляет. Сейчас его на части порвут. Кого? Так, смотри, ломанулись-то туда все. Вот так вот, тварь. Может, застану врасплох? Так, это что еще за хрень тут происходит? Так, патроны. Ох ты, чувак. Эй, 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 ты там! Помоги мне! Что стоишь? Ты же меня слышишь? Помоги! Да сейчас помогу, дай сориентироваться, что здесь можно сделать. Так, смотрю, зомбарей-то здесь хватает. С кого начнем? Так, уже бежит. Ох, хорошо бумкнуло. Да кто тормозит, ёлки-палки, заткнись там нахрен, не отвлекай меня. Не видишь, что ли, блин, помогаю тебе. Ну давай, беги, жирный. Сгорел? Сгорел. Блин, бочка-то, надеюсь, не рванет это? Нет, все обошлось. Так, 5 патронов мы собрали. Ну что ты стоишь тут? Иди сюда. Высматривает там что-то. Ух ты, смотрите, он там тоже стреляет. И причем у него хпшки есть. И они заканчиваются. Слушай, бродяга, мне к тебе никак не забраться сюда наверх. Ну что, все? Разобрались? Можно теперь пособирать гель. 200. Еще 300 геля. Патроны. Слушайте, ну с гелем тут хорошо у нас идут дела. Так, и цветочки я еще вижу. Оу, еще волна. Черт, снова лезут. Лезут оттуда. Да понял я уже. Ну что, ребята, приступим. Жирная тварь. Ох ты, и ты тут же. Сделай же что-нибудь. Я и так делаю, братишка, я тебя прикрываю. Почти все. Да нет, еще не все. А вот теперь, наверное, все. Ах ты, тварь толстая. Ну что, гель взяли? Подожди, кто-то еще меня слышит. Черт, я этого толстяка не добил, по-моему, а? Ползет, блин. Ух ты, неплохо он сложился. Акробатик хренов. Так, 200 геля. Пороха. Ты мой спаситель. Я уж почти отчаялся. Ты из поисковой партии. Как оказался здесь? Искал кое-что. И что же именно? Слушай, здесь опасно. Пошли в убежище, поговорим. Ну, веди. Так, я только за. Идите с сотрудником Мёбиуса. Обязательно, только сначала заберу патроны для дробовика. Все, вроде бы. Больше ничего хорошего здесь не осталось. Так, где у нас этот сотрудник-то? Мёбиус, я что-то не пойму. Ага, гель еще лежит. И там вдалеке у нас... Ага, бутылка. Но она мне, наверное, не влезет уже. О, еще гель. Так, а где двери-то у нас? О, цветочек. Блин, фигня какая-то. Где в убежище у нас дверь? А, вот она, скорее всего. Угу. Пойдемте пообщаемся. Заходи, им сюда не добраться. Спасибо за то, что помог мне. Я Сайкс. Себастьян Кастеланос. Кастеланос, слыхал о тебе. Ты ведь выжил в маяке, так? Откуда знаешь? Я программист Тэм, но специалист широкий.
могу взломать базу данных и узнать то, о чем другие не подозревают. Даже члены моей группы. Тогда ты знаешь Лили. Угу. Мы все пытаемся ее найти. Правда, пока безрезультатно. Ты поэтому здесь? Да. Но если помощи от тебя не будет, то и разговаривать нам не о чем. Счастливо оставаться. Эй, подожди. Мы еще можем друг друга выручить. Хорошо бы. Знаешь, тут снаряжение есть. Может, тебе пригодится. Можешь взять все, что тебе нравится. Захочешь узнать, что я предлагаю, возвращайся. Ладно, я тебя слушаю. Про какую помощь ты говоришь? Ты должен заново запустить сервер в сети. Это проще простого, если только там нет этих выродков. Он расположен здесь. Погоди, я еще ни на что не соглашался. Мне-то какая в этом выгода? Если сделаешь это для меня, я открою тебе все тайники с припасами. А тебе это для чего? Если ты запустишь сервер, я смогу отыскать другой путь из Юниона. Есть способ выбраться из Юниона? На 100% не уверен. Но хочу попробовать. Они потеряли связь со Стэм. Мы полностью отрезаны. Если не найдем ядро, все здесь погибнем. Если только я не найду выход. Как это возможно? Ты реально хочешь сейчас выслушать кучу технической белиберды? Значит, нужно просто включить его? А почему сервер вообще выключился? Ты включаешь сервер? А я пробую найти выход. Посмотри вокруг. Все разваливается на куски. Странно, что хоть что-то еще работает. Хотя, не исключаю, что Мёбиус отключил его специально. У них много разных аварийных протоколов. Сомневаешься в решениях всемогущего Мёбиуса? Слушай, я не против быть простым сотрудником. Но когда меня хотят пустить в расход, тут я и начинаю искать запасной выход. Смекаешь? Да, смекаю. Ну так ты поможешь мне или нет? А мы что, можем отказаться? Снова на связи, задание начато. Значит, мы все-таки будем помогать с вами Сайксу. Ладно, сохранимся. Жажда искусства. Мы немножко отвлекемся от этого задания, получается. И пойдем как бы по другой немножко цепочечке. Поговорите с Сайксом. Ага, здесь у нас закрыто все. Но он обещал открыть. Ух ты. Порох, патроны, детали. И зеркало. Слушайте, ну мы с вами, по-моему, неплохо набрали геля, но еще маловато. О, а это что такое взять? Взрывной болт. При активации заряд арбалетного болта взрывается, разбрасывая вокруг области попадания шрапнель. Держитесь подальше от места взрыва. Взрывные болты создаются из гвоздей и пороха. Вот оно даже как. Ну что же, нам доступен новый болт для арбалета, и это уже хорошо. Ну, вроде бы мы здесь все с вами собрали. Можно выбираться. В общем, поможем мы Сайксу наладить сеть. Ну и продолжим дальше свое задание. Так, это что там такое гремит? Да, вроде бы все нормально, все спокойно. Так, это Стефана, а вот сюда снова на связи. Активируйте сервер в сети. Жажда искусства. Нет, жажду искусства мы будем делать с вами позже, а пока поможем Сайксу. Просто он меня подкупил своими ящиками, которые он может открыть. Так, а здесь у нас что? Шприц. Патрончики. Ну, будешь ты забирать их или нет, а? И топорик. По максимуму все. Блин, туда-сюда, туда-сюда бегаем, как эти. Принеси то, не знаю что. Сходи туда, не знаю куда. Надеюсь, это задание того стоит. Так, зомбарь там, вижу, ходит. Крикунья. Мы пока не будем с ними ввязываться в бой. Блин, это мне опять придется в сеть отправляться. Ёлки-палки, точно, ребята. И что-то там налаживать. В общем, сейчас мы это все посмотрим. Тут у нас пока тихо. Спокойно.
Ну, где у нас тут компьютер наш, который нас отправляет в разные места? Не понял. Причем здесь зеркало-то? А, вот он. Ну что же, отправляемся. Давай, загружайся по-быстренькому. Сеть, производственные помещения? Опять, что ли, туда же? Вот зараза. Ну что же, хорошо, ничего не поделаешь. Отправиться в Union Почта, пока мы этого делать не будем. Ага, вот, сюда, снова на связи, значит. Ну что же, тут как-то недалеко бежать. Надеюсь, он мне там открыл все эти двери-то, которые там закрыты были. Кто тут шепчется, а? Я же слышу, кто-то тут поскуливает. Блин, я хоть правильно бегу-то? Ну, вроде бы, пока все на мази. 30 метров осталось. Через эти двери сейчас должны пройти. Так, и что тут у нас? Ну, зомбарей пока не вижу. Компьютер. Так, ну что ж, давай исследовать. Ну что, перезагрузили мы систему. И что теперь? Открывай давай сундуки эти все. Вроде получилось. Теперь назад к Сайксу. Обязательно вернемся, но сначала подберем все, что здесь лежит. Патрончики для дробовика, детали для оружия и просто патроны. Ну, у нас их по максимуму. Кстати, смотрите, кто-то меня здесь слышит. И уже видит. Ух, ёх, хламаны, урод, блин. Нежданчик небольшой был. Откуда они вылезли-то, а? Так, 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 так. За дверью стоит чмо, я его вижу. Ну, чё ты не бежишь-то, а, гад? Не может. Ладно, давайте тогда я выйду. Так, потихоньку, Себас, потихоньку, не спеши. Вот так вот. Шикарно. Так, а здесь у нас что за двери такие, непонятно. Давайте заберем весь гель. Так, 500, и здесь 300, отлично. И теперь уже будем возвращаться обратно к Сайксу. Посмотрим, что он нам там раска... Ох ты! Откуда же вы взялись? Вас же не было здесь, а? Интересно. Ну ладно, крикунья, получи. Так, еще... Оу-оу-оу, мимо. Так, бежит заторможенно. На, нафиг. Получи. Все? Или еще кто будет? Походу все. Так, гель, гель. Самая главная штука — это гель. С патронами опять напряженка у нас.
Тихо. Где? Откуда ты выполз-то, чмо? А? Я не понимаю. Че он там дал нам? Пороха, что ли? Да, порох. А не хотите ли вы мне сказать, что моя дорога обратно к компьютеру будет лежать через толпы зомбарей? Ну как, куда тут идти-то? Ага. Так, так и вот так. Ясно. Побежали. Так, это, по-моему, у нас бабка. Судя по этому... Вот она! Точно она, блин. О-о-о-о, бежит, психопатка. Да сдохни ты уже. Отлично. Вот так вот. Маньячело какой-то, блин. У нее 1200 геля. Ну все, вот он. Сектор D5. Отсюда мы вышли. Туда же и зайдем. Теперь нам осталось дойти до компьютера, загрузиться и пойти к Сайксу. Ну а там дальше посмотрим, что он нам расскажет интересного. Там у него, по-моему, еще ящик, если не ошибаюсь, который можно будет потом открыть. Ух, давай, Себас, погнали отсюда. Отправляемся на почту в Юнион. Ну что, зависло, а? Не, все нормально. Ну что, все, мы явились. А ящик-то вот этот почему-то не открыл он мне, гад. Зеркало. Зеркало мне не нужно. Что тут такое все мелькает-то? Как, пойдем по тихой или по громкой? Коммуникатор нам нифига не докладывает. Давайте посмотрим карту. И нам нужно бежать в это убежище, к Сайксу. Хорошо, побежали тогда. Не будем привлекать внимание к себе. Хм, лестница, по ней можно заползти? Ух ты, можно. И что же здесь у нас? Ой, как мне не нравятся вот эти вот кучи. И смотрите-ка, ящик зеленый уже активирован. Так что давайте посмотрим, что здесь у нас. Патроны и детали. Ничего хорошего. Максимально у нас патронов. Ладно, давайте сваливать тогда отсюда. Ну, спускайся, Себас. Оп, малорик. Блин, я все боюсь эту чувырлу встретить. Мы ее не добили, ребята, так что в любой момент можем на нее напороться. Ух ты, а здесь, смотрите, уже все, пламя-то потухло. Можно вот здесь проходить. Ну, Сайкс, давай, мы идем к тебе. Готовься нам рассказывать очередную байку. Знал, что вернешься. Сервер подключен.
Да, я уже вошел. Отпер все контейнеры с припасами, как и обещал. Попробуй открыть вон тот. И что же ты, дружище, мне там приготовил? А ну-ка, давай-ка глянем. Опа, пистолетик какой-то. Детали. Пистолет с глушителем. Полуавтоматический пистолет с глушителем, который подавляет звук выстрела, но при этом снижает наносимый урон. Если применить с осторожностью, можно отстреливаться от отбившихся от группы врагов. Угу. Спасибо тебе за помощь. Теперь начинается самое сложное. Ты правда сможешь выбраться из Юниона? Ну, я сделаю все, что в моих силах. Но сперва мне придется прочесать целую тонну данных. Только успеть бы, пока тут все не разлетелось кишками наружу. На это нужно время. Что будет, если ты выберешься? Если уйду живым из здания Мёбиуса, то первым делом отключу чертов чип. Чип? Ну да. У всех членов Мёбиуса под кожу головы вживлен чип. Что-то типа идентификатора. Но гораздо круче. У всех это вообще у всех. От администратора до уборщика туалетов. И вы добровольно согласились? Ну, сотрудникам предоставляются льготы. Если у тебя есть чип, перед тобой открываются многие двери. Минус в том, что если проявишь неповиновение, они могут превратить твою жизнь в сущий ад. Будешь думать об этом, если выберешься. Выбраться я тоже совсем не против. Могу тебя прихватить, но не собираюсь тебя ждать. Я свалю, как только найду способ. Так что в твоих интересах подождать тут, пока я все закончу. Не могу. Я не уйду отсюда без Лили. Но если ты ее найдешь, то сможешь починить тут все и вернуться сам. Я бы лучше ушел с ней через запасной выход. Мёбиус хочет вернуть ее в систему STEM. И кто знает, какие планы у них на меня. Вот если бы выбраться потихоньку... Ну, по-любому, у меня работы по горло. Или запасного выхода не будет. Свяжем коммуникаторы. Позвони, как закончишь. Да, ладно. Желаю удачи. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Сейчас я делаю сохранение и увидимся уже в следующих сериях. Всем пока и удачи.